Всех приветствую, продолжаем знакомиться с творчеством художников, знакомиться с их автобиографией. Сэр Джон Бернард Партридж, английский художник-иллюстратор. Родился в Лондоне, был сыном профессора Ричарда Партриджа, доктора медицинских наук, президента Королевского колледжа хирургов и племянника Джона Партриджа, выдающегося портретиста королевы Виктории. В течение нескольких лет он был хорошо известен как актер под именем Бернард Гулд. Я цитирую Википедию. Родился 11 октября 1861 года. Получил образование в колледже Стоунхерст, где одним из его сокурсников был Артур Конан Дойл. 6 месяцев проработал в офисах архитектора Хэдсона, прежде чем присоединился к фирме Леверс, Баро и Уэллстейк, церковных дизайнеров, где он провел 2 года, создавая алтарные изделия, витражи и так далее. Изучал декоративную живопись у Филиппа Уэллстейка. Начал иллюстрировать для прессы и практиковался в акварельной живописи, но ее главный успех был связан с книжной иллюстрацией. Очень интересовался театром, выступал под сценическим псевдонимом Бернард Гулд. Он появился в первой постановке Джорджа Бернарда Шоу «Оружие и человек». Многие из его ранних рисунков были изображениями сценических сюжетов или личностей, а некоторые из его лучших карикатур в дальнейшей жизни были сделаны из мира сцены. В 1891 году присоединился к сотрудникам Punch. В 1909 стал его главным карикатуристом. Был избран членом Королевского института художников-акварелистов и общества пастели. Диплом, разработанный Партриджем, был вручен призером летних Олимпийских игр 1908 года в Лондоне. В 1897 женился на Лидии Хейт-Харви. Партридж все еще работал продюсером для Панч за 3 месяца до своей смерти. В 1915 году разработал плакаты, поощряющие набор в британскую армию. Один из них «Возьми меч правосудия» был одним из самых популярных. Разрабатывал открытки для карантинных питомников «Блюгросс» для солдат, приносящих домой своих любимых собак. Одной из его самых известных карикатур на эту войну был «Салют Мальте». В нем святой Георгий, носящий мальтийский крест, защищает крепость Мальта от дракона. Умер художник 9 августа 1945 года. Вот так вкратце из переводной Википедии о художники-иллюстраторы сэр Джон Бернард Партридж. Пока-пока, до свидания, смотрим работы.